У нас представлены катки производства Радогост МАШ, ККЗ, кольчатозубчатые, захват 6 метров. Диаметр дисков 470 миллиметров, в принципе, по нашим почвам достаточно. 510-е, ну, на мой взгляд, даже избыточные. Масса орудия составляет 2600, агрегатируется тракторами 60-100 лошадиных сил. То есть спокойно любой МТЗ-шка его тянет. Сами катки выполнены из чугуна СЧ-40, это очень хороший чугун, сами катки. Очищающие кольца выполнены со стали 0,9 Г2С, с дополнительно варены, не знаю, получится передать, дополнительно варены втулки со стали 20, которые увеличивают площадь контакта и не происходит истирание самого чугуна, стирается сталь. Вал выполнен шестигранный, 55-го диаметра, подшипник установлен ФКЛ, усиленный, то есть даже видно, что по отражающему, по защитному кожуху на подшипнике, не знаю, передает телефон, нет, ну, больше 2 мм уплотнительная втулка. Регулировка происходит за счет того, что сделан конус на насечке, под 3 винта подтягиваются. Еще хочется добавить, что запас у орудия очень большой. Все пальцы тяжелонагруженные выполнены со стали 45. Сами втулки и пальцы. Пальцы прошли термичку, то есть закалку. Также установлены пальцы, ну, с устройством отсутствия проворота. То есть пальцы не крутятся, не изнашиваются втулки. Ну и что еще отрадное, наверное, нет ни у кого конкурентов, по крайней мере, я не встречал. Открылки, крепление открылка с центральной секции выполнено со стали 30, толщиной 30 мм. Как правило, это, ну, максимум 25, а то и 20. Орудия поставляются еще с дополнительно тремя шайбами, то есть после 4-5 лет эксплуатации можно поставить дополнительную шайбу для регулировочную, когда разболтается чугунина между собой. Ну, мы наблюдаем орудия, которые выпущены заводом 4-5 лет назад. Ну, никто еще ничего не делал, поверьте. То есть, в принципе, даже втулки люди потеряли и за них забыли.